Нет. Какую точку убирать? Южная. Она находится наверху над всеми. Соединенная это высокая точка. Остальные наоборот снижение. Пой по центру. Все вообще самое. Направо, налево. Куда? Пошли направо. Жан, давай за мной. Вниз съезжаем? Не-не-не. За мной иди. Жан, ты куда? Направо. На градусов примерно 100 заверни. Да он уже вниз ехал. Не-не-не, я уже поворачиваюсь. А как перезарядить без выстрела? Если как снаряд взял. Как такого мута, по-моему? Нету перезаряд. Я, наверное, тогда на А поеду. Точка уже захватывает. Да, 50. Тоже бросил. Давайте вытурим как-нибудь. А я на него еще. На него боеукладка повреждена и наводчик. Арта? Товарищи, я самый бронированный, меня по центру боты пошли. Ботов стоит бояться или нет? Да. Куда стрелять, чтобы Жан, выбить танк? Во-во-во, тут. Стой. Тут 60. Друг. Да. И желательно их обходить по полу. Нет, 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 он выбит уже. Жан, пусти меня вперед. У меня 50 миллиметров по лбу. Угу. А у тебя 30. Справа зайди, да, справа, справа, справа уходи. Вперед. Справа? У тебя Фокстрот премиумный танк? Да.
Go. Вот чем они зарядились. 26-й сзади. У меня за одну очередь в магазин улетает. Идете за мной? Надо базу брать. Кстати, да. Да-да-да. Бомба! Идем на точку Б. Т-60. Держит на камушке нелегко. Где мост? Я иду на точку Б. Игрок Т-26. Очередь ему дал. Горит. Ох ты! Т-26 справа меня. Пробил. Еще один внизу. Ну вот он меня почему как-то пробил. Дальше на точку. Ну, давайте вырезайте всех, кого увидите. Позади 26-й катается. 28-й. Я к вам лечу короткой дорогой. Там их двое. Трое. И Т-50 еще. Уже 26-го игрока. Двадцать шестого тебе забрать? Да всех тут их куча. Нет, 26-й тут прямо. Двадцать шестой на рейспе наверху. Тут бот еще бьет.
Отлично. Так, а с нами Стекмана не было? Как это не было? Играл? Даже играл? Двоих завалил. Ага, молодец.